Летящая Гагара, выполненная из 1700 необработанных алмазов общей массой около 500 карат, станет главным экспонатом выставки якутских студентов-ювелиров «Серебряные крылья». В сокровищнице Якутии выставка будет работать до 5 апреля. Ювелиры представили свои работы, современные изделия, выполненные на основе национальных традиций, но с использованием новых мотивов. Экспозиция первой республиканской студенческой выставки включает в себя произведения студентов, обучающихся ювелирному делу в СВФУ, АГИКе, художественном училище и колледже технологии и дизайна. Мы сделали один год, в 2015 году сделали молодые таланты, будущее ювелирной промышленности. И мы выставляли вот эти фотографии, отдельный календарь сделали. И в этом году нам тоже пришла такая же идея, а почему нам не собрать? Мы собрали все учреждения, поговорили с ними, они говорят, давайте, это же будет наша первая выставочные работы, и очень хорошая площадка у вас. Все подхватили буквально с полуслова, и вот сейчас вот такая вот красота здесь.